Конечно, атаки Барселоны смотрятся интереснее, когда они на скорости. Хотя вот и сейчас момент, и 2-0! Неймар! После паса Дани Алвеса. 2-0 и 5-1 по сумме двух матчей. Вот сейчас Париж, конечно, опростоволосился. Забивает тебе, да еще и головой с 11-метровой отметки делает это Неймар. Что ж там творят защитники? Дани Алвесу дают подать. И здесь мы видим, что Максвелл пытался этого избежать, но